Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Happy Wheels, да, веселые колеса, ребят. Продолжаем, что-то мне игрушечка, знаете, так понравилось, да. А почему бы и нет, мы сегодня с тобой еще немножечко поиграем. Да, мы поиграем с тобой, да, PlayCoin, да, а мы в это, кстати, с тобой играли, как ты помнишь, в той серии, да. Остановились мы, по-моему, вот на... Вот на этом на чем-то, да, мы остановились. Battle Flip, Flip Grinder, или как вот так оно называется. Давайте посмотрим, что это за уровень. Это что? Click to win. Выиграть, чтобы победить. Все, я победил, ребят, я красавчик. Я красавчик, подождите, а что нужно сделать? Там Тимми бедный висит. Так, подождите. Так, подождите, надо кидать бутылки. Так, хорошо. Подождите, а как мне так кинуть бутылку, чтобы... Не, подождите. А возьми бутылку. Почему я сижу на унитазе? А, я вспомнил. Я понял, что это такое. Скилл. А я не достаю. Подождите. Подождите. А мне, то есть, подождите, надо как-то... слушайте, это очень сложно. Это прям для профессионалов Happy Wheels. Да, это для профессионалов. Все, у меня закончились бутылки, ребят. У меня закончились бутылки. Save that replay. Опа! 99%! Видали там сверху, ребят? 99% impossible! Прикиньте, невозможность! 99%! Вот это да! Вот это я смог! Вот это я крут, ребят! А, нет, зачем вы мне вернули бутылку? Все понятно. Ладно, так, продолжаем, ребят. Ладно, как бы это... Это мы уровень с тобой прошли, пошли дальше. Funny Dead, какие-то фановые смерти. Welcome to Dead, то есть смерти. Так, давайте нажмем, видимо, надо работать мышкой. Small, метеорит, ага. Метеорит убил... убил бедного этого. Как его, бомжа. Мечи, говорит? Ага, да, мечи. Так, пойдемте ниже. Пойдем ниже, посмотрим, что здесь. Так, какая-то жирная бабеха и какой-то бедный мужик. Ну, давайте посмотрим. Посмотрим на бабеху. Мужик упал в шоке, просто он бревно. Ну, говорят, что женщина обычно бревно, но не здесь мужчина. И мы ему насували полное... полное... огурцов, короче. Чтобы он не был бревном. Так, женщина, давайте посмотрим. Big Family, большая семья. Да, прилетела ее семья, ребят. А здесь? Женский блендер, ребят. Женщина же любит готовить, правильно? Вот вам женский блендер. Click here to win. Все, я выиграл, ребят. Я нажал. Давайте рейд 5, да, и пойдемте дальше. Какое громкое... Какое громкое сворд. Ага, метание мечей, да, как я понимаю. Да, ребят, мое любимое. Моя любимая, ребят, метание мечей. Я же профессионал в этой игре. Уже играю целую вторую серию. Уже профессионал, ребят. Уже профессионал. Опа. Вот так вот бомжа мы спилили. А чё, я так понял, как бы... ну, просто толстяка. Мы его просто... Заметили, мы ручкой его просто долбанули. Так, подождите. Мне не нравится... Хорошо, минус один, минус два. Вот эта женщина. Ну, женщина, она, знаете, они такие женщины все. Они всегда за собой... Что-то я как далековато докинул. Они... Что-то я далековато кинул. Вот так вот, надо поменьше. И бомжа. Да, все. И бомжа. Дети, знаете ли, губят бомжей, ребят. Да, вот такие вот дети пошли. Так, бункер 5. Что за бункер 5? Давайте посмотрим. И все, да. Это рестлинг, ребят. Опа, пойдем. Хорош. Давай, работай. Урабатывай его. Почему он на нас сверху? Подождите, нет, так не... Нет, так не должно быть. Почему он на нас сверху? Алло. Нет, подождите, так не должно быть. Все, я качельки. Я, ребят, качельки. Опа, и за голову, и ломай его. Да блин, да все не так... Ладно, мы будем за волосы драться, как женщины. Опа! Как давай! Хорош! Вот это вот было топово, ребят. Вот это было топово. Ладно, поставим рейд 5 и пойдем. Кстати говоря, ставить оценки очень опасно, потому что игра может как бы зависать в этот момент. Насколько я знаю.
Сейчас я поправлю немножечко наушники. Ладно, пойдемте. А, это HWWE, это да, Battle Flip Fix. Battle Flip Fips, что? Flip Fips. А, опять батл бутылки, блядь. Ну, все, ребят, профессионал. Ой. Мы, знаете, против алкоголя, ребят, и мы... Руки-то мои какие-то... Опа. Плохо. Ну чё, норм? Витёк. А, это опять от наших разработчиков. Бог дырочек. Снизу, ребят, бог дырочек. Опять всратый уц. Бог дырочек. Ну туда вообще Витёк. Я Витёк, ребят. Я не Дмитрий, я Витёк. Плохо. Почему плохо? Все же нормально. Клик тубин. У нас же у чувака проблемы с разминкой. Опа! Как там делает молодежь, когда это там? Вот так вот. Видали как, ребят? Только могу только так. Все, мы победили. Все, я молодец, я красавчик. Все, поехали дальше. Так. Серию я засек, я уже не помню. Опять Pogo Fight. Ну, этот, Pogo прыжки. Там что-то написано. Я бомж. Мой любимый бомж. Бомж. Нет. Бомж, я тебе это делать не буду. А можно я возьму у тебя монетку? Только просто так монетку, я тебе делать ничего не буду. А чё, подождите, а чё, монетка не настоящая? Ну, а, нет, настоящая, я думал, сначала подумал, действительно, откуда у бомжа деньги. Но, оказывается, у бомжа есть деньги, ребят. Так, давайте. Нет. Да. Видите, они, знаете, они убивают, ребят. Да, они такие. В Happy Wheels именно, да. В Happy Wheels такие жестокие дети, что они убивают. Потому что это жестокая игра. Вслед за Ютубом, ребят, забанит Happy Wheels, если вы не в курсе. Да, уже есть распоряжение. Здесь слишком жестокое обращение. Слишком жестокое обращение со мной. Все время мне что-то хочет вколоться в спину. Или в другое интересное место. Там мужик с мечом. Нет. Я даже не знаю, что лучше, копье в спине или меч в голове. Вообще, надо бы нам подойти, ребят, поближе. Надо бы поближе подойти. Вот так вот, чуть-чуть поближе подходим. Вот так вот. Опа. И вот так вот надо как-то профессионально себя убить. Чтобы не мучился, ребят. Блин, очень сложный вот этот чувак, короче говоря, первый. Он прям нас надевает на свое копье. Он прям одевает нас на свое копье, ребят. Он очень сложный. Вот этот первый несложный. Он алкоголик. Он из семьи алкоголиков, понимаете? Он будущий алкаш. Тихо. Опа. Вот как его пролететь нормально? Вот это нереально. Слушайте, это вообще, это босс. Вытащи, пожалуйста, его из себя. А все, я не могу ничего сделать. Все, ребят. Блин, это очень сложно. Давайте последний разочек попробуем, потому что, ну... Блин, я все время сажусь на его большое копье. Она настолько большая, что она меня протыкает. Тимми, козел. Кукук. И видите, называется еще кукук. Не, слушайте, ребят, это нет. Нет, мы поставим тройку. Мне не нравится, потому что слишком сложно. Роб Свинкут. Подождите, а как... Ага, на пробел. Так, хорошо. Роб Свинк пошел. А, почему оторвало нам ручки? Где мои ручки? Почему ручки-то оторвало? Тихо, подожди, нет, Z. Здесь на Z, назад и на Z надо нажать. Так, хорошо, я лечу, я акробат. Почему только... А, не хватает динамики. Да подожди ты, господи. Не хватает динамики, ребят. Я плохой акробат, я не заканчивал цирковое училище. А почему? Почему ты не захотел цепляться? Оп, за краешек, хорошо. Блин, перелет, вот это вот прям, да, прям хороший был, но перелет. Блин, роб свинки, да, на мне не даются, ребят, пока. Блин, я очень далеко перелетаю. Очень сложно, слушайте, это прям для профессионалов. Я понял, почему у него 3 звезды, ребят, я понял. Это очень сложный роб свинк, потому что... Вообще, карта в Happy Wheels, да блин, ну серьезно, это, блин, ну прям это... Карты в Happy Wheels должны быть веселые, понимаете? Должен быть веселый. Я зацепился, но он не зацепился. Он решил не зацепляться. Он сказал то, что он не будет зацепляться. Да, я понял, почему у него 3 звезды, да. Сделал, видимо, профессионал Роб Свинга.
Видимо, испытания для таких же профессионалов роп-свинга он делал. Да. Давайте еще парочку раз и пойдем дальше, пожалуй. Он летит плохо, я понял. Опять же говорю, почему у него 3 звезды. Я тоже поставлю 3 звезды. Я покуркаюсь его так и поставлю 3 звезды. Я недоволен. Я недоволен этим. Да почему? Что происходит? Алло. Опа. Опа. Качаем присуху, ребят. Опа. Опа. Качаем. Опа. А то скоро зима, как бы. Блин. Зима, там, понимаете, там жирок будет накапливаться. Да что ты? Качаем присуху, ребят. Раз, два. Раз, два. Я не знаю, он не хочет, ребят. Он не хочет цепляться. Поставим 2 звезды. Мне не понравилось. Ну, потому что слишком сложно. Так, Pogo Fight. Слушайте, одни Pogo Fight идут. Pogo Fight можно выбрать за кого-то, но давайте выберем за чувака. Ребят, самый простой Pogo Fight в моей жизни. Самый простой Pogo Fight. На тебе, бомж. И тебе, толстуха. Тихо. Подожди. Так, на Shift подтянуть, на Ctrl. На тебе, зараз. Вот так вот вам всем понятно? Вот так вам вот всем. Вот так вот я вас всех наказал. Все, победа. Все, я вас всех наказал. Вот так вот, ребят, это месть за предыдущий Pogo Fight. Pogo Fight 1. Одни Pogo Fight. Я не понимаю, почему одни Pogo Fight, короче, но, видимо, дикий фанат каких-то Pogo Fight'ов появились у нас. Надо какие-то, знаете, надо в следующей серии, вот я выбрал по рейтингу, ребят, за неделю, да, а мы в следующий этот выберем, в следующей серии, вот, ну, все, да. В следующей серии мы выберем по рейтингу всего за месяц. А потом за все время по рейтингу. Тихо, ребят. Тими. Тими. Ача, тихо, подожди. Миллиметраж. Тихо. Ага. Тихо, хорошо. И перелетаем. А здесь, наверное, мне кажется, надо уже... Нет, а я тут допрыгнул вообще, я вот не понимаю. Кстати, Pogo Fight, знаете, такой, он безопасный, он для детей. То есть просто стоят люди, как бы... И все, как бы мы тут ничего не делаем. О, тоже, нет, давайте мы этим заниматься не будем. Мы этим заниматься не будем. Next area. Следующая арена. Давайте я проползу, я вижу сверху пулеметы. Тихо. Пулеметы эти, не пулеметы. Это называется арбалеты. Тихо. Я справлюсь, я знаю, что я справлюсь. Тихо, главное не сломать руку. Ногу, руку. Тихо. Я хочу жить. Тихо. Вот так вот. Чё-то сломал. По-моему, сломал. Неплохо, я зубами держусь, ребят. Неплохо. Не зря зубы чищу каждый день. Они укрепили мой рот, мои зубы не укрепили. Великолепно. Так, Pogo Fight, блин, опять Pogo Fight Hard Red. Блин, опять одни Pogo Fight. Слушай, Battle Run, Pogo Fight. Ну давайте. В следующей серии пойдем. Ого. Не, ну ребят, ну это не серьезно. Это. А, здесь цепочка была. Секрет? Там написано секрет. Нет, все, я застрял, да. Блин, ну это реально хардкор. Я теперь опять понимаю, почему у него 2 звезды. А знаете, что надо отредактировать? Было, надо по звездам было отредактировать, ребят. А я это еще. Слушайте, они все упали, подождите. Нет, знаете, как надо? Надо вот первого вот пройти. Вот первого проходишь вот так вот аккуратненько, да? А вот третьего... Тимми, иди. Тимми, ты... Опять я сел на эту штуку. Ну что у меня за привычка садиться на них? Как Pogo Fight, так я сразу за них сажусь. Тихо. Отвалить. Нет. Ладно, забейте. Пойдемте в следующую, иначе мы так не пройдем. Знаете, что надо было? По звездам, ребят. Рейтинг. New Fall рейтинг надо было, да, не по...
максимальному количеству игр, а по рейтингу надо было. Да блин, опять нет. Пойдемте, короче, в другую. Не хочу. Давайте что-нибудь метание мечей, я не знаю. Одно и то же, ребят. Happy Wheels, он скатился. А, кстати, вот нам, если вот это, мы ее, да, нам дадут +5. Don't kill him. Не убивать ее. Почему? Почему ее нельзя убивать? Подождите. Да блин. Надо учиться, ребят. Надо учиться кидать мечи. Ой. Извините. Блин, я все мечи потерял. Мне дали 5 мечей. Одним мечом троих, четверых, ребят. Даблшот. Триблшот. Да. Ваншот. Ваншот, ребят. Ваншот. Нате, я не знаю куда, но нате. Да блин. Тихо. Не получилось. Хорош. Минус. Ну блин, минус 2 меня не устраивает. Надо больше. Надо того мужика вот забрать. Но не получится. Не получится. Какими забрали? А почему нельзя вот эту девочку сзади убивать? Почему? Don't kill. Блин, а почему? Слушай, мне интересно, почему я не могу ее убить? Давайте попробуем. Возможно, что-то дадут. Может, секретный уровень будет? А, да, секретный уровень. Действительно. Понятно. Ой. А, это уже засчиталось. Засчиталось как убийство, ребят. Я чуть-чуть просто подвинул. И все. Блин, не получается кидать. Я не умею. Так, давай, бомж, соберись. Бомж, ты же можешь. Ты же бомж. Ты бомж в зеленой какой-то хрени. Тебе дали такой выбор. Значит, как бы власть над людьми ты получил, а ты не можешь распорядиться этой властью. Ты должен распоряжаться властью как настоящий герой. Давайте последний раз. Сейчас мечи упадут. Ага, минус 1, минус 2. Неудобно. Блин, на одного-два меча этом. Там уж мужика, да! А, все, надо было только мужика убить, и тогда было классно. Ну ладно, давайте четверочку поставим. Геморройно. Пога файт, пога файты, батл флипы. Пога, одно и то же, слушайте-ка, батл. Я не хочу, ребят. Блин, можно, конечно, поиграть во все по Baby Smash, батл ран. Давайте батл флип, батл. Давайте пога, пока все эти пропустим, давайте. А то одни... Это что? Здрасте. В Фалунгуне есть идея, что орочи и джедаи добрые люди вообще. Чего? Это специально разработчик нас запутал, чтобы мы ничего не поняли. Чего, в каком Фалунгуне есть идея, что орочи и джедаи добрые люди вообще? Чего? Кто? Я не понял, какие орочи? Вы зачем меня путаете? Зачем мне загружаете мозг ненужной информацией? Тимми, держись! Тимми за рулем, видали? Тимми был за рулем, красавчик. Мы его посадили на раму. Он ехал на раме. Baby Smash, версия 3.0. Hold Space Bar, Time... Ага, я понял. Ну, не успел. Я очень медленный. Я не прогрессивный молодой человек. Это что? Еее! И все? Хорош! Нормально, вот это хорош. Так, поехали дальше. Вон батл челлендж. Один какой-то батл... То есть, надо попасть туда. Извините, я не так понял. Ой. То есть, мне надо попасть туда. Опять, заметьте, зеленое все что-то какое-то. Это, слушай, не от одного и того же автора. Помните, где с бомжом был? Да что такое? Помните, где с бомжом был? Да я не умею, я даже... Понимаете, я не алкоголик. Я не умею это делать, как бы. Я не умею бутылки хватать. Я не умею бутылки хватать, ребят. Да нет, подожди. Ну, ее надо как-то за горлышко вот схватить и как-то надо резко
Вот как-то вот так вот надо, но вот... Вот так вот, да. Да что ты будешь делать? Нет, подождите. Так. Никто же ничего не заметил, правильно, то, что я разбил бутылку. Хорошо, наказание не поступило, надо выбираться отсюда. Надо быстрее выбираться отсюда, пока никто не узнал, что я разбил бутылку. Ника, подожди, берем бутылку. Да бутылки вообще не летят. Она не хочет, она не поддается, ребят. Эта бутылка не поддается, она не хочет. Я не знаю как, она... Вот лучше б меч дали. Вот лучше б меч дали, я с мечами справляюсь лучше. Тихо. Оп. Опа. Разминается. Знаете, как спортсмены перед броском разминаются. И я здесь также опа, и разминаюсь. Собака, сложный уровень был. Но я справился, хоть я и новичок в этой игре. Pogo Jump Coin, Pogo Jump PPP, Pogo Jump. А что, все на этой неделе закончилось? Battle Run, Pogo Man City. Давайте попробуем Pogo Man City, посмотрим. Какое-то что-то поинтереснее, знаете, охота. А то одно и то же прям. Pogo Man, Pogo Jump. А почему Pogo Man City, я не понял. А в чем Man City? В том, что просто на фоне город, типа. И типа это Pogo Man City, правильно? То есть никаких неинтересных уровней. Правильно? Тихо. Не надо меня трогать. Можно я, да, вот так вот? Спасибо. Угу. А в чем заключается Pogo Man Jump? Я не понимаю. Типа, ну вот я вот... Типа здесь. Я молодец. Мне надо туда? Правильно я понимаю? Типа вот испытание мне надо туда. Правильно? Я... Нет! Pogo Jump сломался, нет! Или нам надо вниз? Так, хорошо. Нам не на голову, ребят. Какой-то странный уровень. Какой-то странный... Там ребенок и мины. Он обложен минами. Возможно, это замануха. Типа, если ты хочешь убить... Нет! Я не хотел. Ладно, пойдемте дальше. Ну, поставим троечку, я не знаю. Какой-то уровень такой себе, ребят. Ай, так, Pogo Battle Run Inside. Ага, давайте в Battle Run Inside, давайте сыграем. Опять кого угодно я могу выбрать? Ну, если Battle Run, ну, тут отца. Кого тут еще? Да. Конечно же, что там еще написано сверху? Hi, guys, play, да. Нет! Ускорение слишком поздно, подождите. Неплохо, ребят, неплохо. Я даже сам так не умел на переднем крысе ездить. Но позвоночник наш не выдерживает. Наш позвоночник не выдерживает, ребята, да. Давайте еще разочек. Тимми, ты как там, нормально? У тебя ручку оторвал? Ну, ничего страшного. Ничего страшного, у тебя еще вторая есть. Блин, а как здесь? Подождите, я понимаю, почему у этой игры 3 звезды. Надо в следующей серии, ребят, отобрать лучшие карты. И играть только в лучшие карты с миллионами игр. Ну я прям профессионал. Ну я не могу, меня ребенок тянет на дно, понимаете? Он тянет просто на дно. Дети, они такие, понимаете? А ну просто реально, меня Тимми просто... Так, Тимми. Тимми, нет, подожди, как Тимми скинуть? Тимми, пошел нахрен отсюда. Ты тянешь меня на дно. Ты тянешь меня на дно. Ну, папа, ничего не знаю. Отвали, Тимми. Все, вали. Иди гуляй. Вы сейчас, дети, такие, вы любите гулять. А то сидишь тут. Слушайте, а без ребенка-то хуже. Значит, нет. Тимми, отстань. Тимми, ну, папа, возьми меня с собой. Нет. Нет, я тебя не возьму. Лежи здесь. Попробуй без ребенка. Все-таки ребенок, он как бы это, ребят. Он дает некую нагрузку. Но мне кажется, я проезжаю дальше. Слушай, а это вообще возможно пройти, мне кажется? Тимми, нет, подожди. Тимми, иди гуляй. Иди к маме. Все, давай. До свидания. Нет, я передним колесом немножко цапнул, и все, я уже дальше не пройду, да. То есть надо... Слушай, с Тимми-то получше. Да, какая-то скорость, какая-то динамика. Нет, так же. Я не знаю, ребят, я не могу пройти.
Я даже ничего ставить не буду. Вот это что такое у нас? Апарентмент какой-то. Так, ага. Так, мы берем синие шары и что делаем? Нет. Тимми. Тимми, ты здесь тоже. Тимми, иди на тот уровень. Тебе здесь делать нечего. Тимми говорит, что это, ну, как бы, он нам помог. Он в том уровне оплошал, а в этом он помог. Вот так вот, ребят. Давайте, я думаю, на этом закончим. Потому что, блин, надо будет в следующей серии, ребят, выбрать уровни по рейтингу, я думаю. Мы выберем за все время и по рейтингу мы выполним по рейтингу самые крутые. Давайте вот еще Kill Your Girlfriend, убийство своей девушки. Please don't do it, типа не делай. Да пошла ты, говорит. Да, Лиз говорит, не делай этого, все. Я встал на мостик. Ты мне запрещал это сделать, но я встал на мостик. Видал, какой у меня мостик? Все женщины мои. Вот так вот. Я умею вот так вот, понятно? Еще вот так могу. Вот так вот. Поза эмбриончик. Вот так вот. Оп, оп. Я вот так могу. А ты мне запрещала делать это. Я могу делать вот так. Вот так могу. Вот так. Опа. Планочка, планочка. Видал, что я творю? Планочку. Оп. Планочка. Все. Я стою на планочке. Девочки любят, когда мужчины в планке. Ой. Давайте попробуем ее... все-таки сделал то, что надо. А как? Подождите, а как? А, нам надо было что-то сделать? Подождите. Тараканчик. Тараканчик. Опа. Это она сама. Это не я. Так, сгруппировались? Надо сгруппироваться. Мне говорили, когда-то... Да, надо группироваться. Thank you for playing. Да, пожалуйста. Вот. Вот такая вот карта. Блин, карт на самом деле, ребят, много разных, да, вроде бы они тут многие повторяются, вот, но если мы выберем, допустим, за все время, и еще выберем по рейтингу за все время, ребят, то здесь очень крутые есть карты, очень много разных крутых карт и по рейтингу, то есть мы в следующей серии будем с тобой играть именно по рейтингу, я просто выбрал именно по неделе, даже если выбрать за месяц, лучшие за месяц или лучшие за неделю, вот, выбрать... По рейтингу лучшие за неделю. Лучше по рейтингу, короче, ребят, играть. Я выбрал изначально по количеству игроков, да, сколько раз играли. То есть вот здесь вот, кстати говоря, ну, здесь некоторые те, которым мы играли, да, за неделю. Вот, но мы их уже играть не будем тогда, да? Да. По рейтингу. Давайте вот это, don't... Давайте вот эту последнюю, давайте посмотрим. Я не могу. А, нет, мы это смотрели. Мы это играли. Блин, хочу какую-нибудь последнюю карту, какую-нибудь, чтобы, вот, знаете, она такая прикольная была, та, которую мы не видели. Мало только как Климп. Мы это играли, я уже не помню. Да, мы это играли. Ладно, все. Увидимся с тобой уже в следующей серии, там продолжим. Пойдем за все время играть в популярные, ребят, карты за все время. И вот здесь будем проходить, их здесь очень много, здесь по 400 тысяч, по 8 миллионов, Jet Boy 2 какой-то, 8 миллионов, в 2012 году была карта создана, прикиньте. Хотя она, может, уже и не играбельная. Потому что механика в игре поменялась, и, возможно, некоторые карты не играбельные. Вот, но мы обязательно поиграем по лучшие эти и понасладимся лучшим контентом Happy Wheels. Увидимся с тобой уже в следующих сериях. Всем до встречи, всем пока.